В 2022 году на реализацию проектов «Аул Ельбесыгы» выделены бюджетные средства в размере порядка 450 миллионов тенге. На средний ремонт улично-дорожной сети в селе Старый Колутон 94,5 миллиона тенге и в селе Колутон 56 миллионов тенге. Также на капитальный ремонт Колутоновской средней школы 317 миллионов тенге. Из областного бюджета выделено также 95,7 миллионов тенге на средний ремонт уличной дорожной сети села Жалтырь. Строительство, объем строительных работ в денежном выражении составил 107 миллионов тенге, индекс физического объема строительных работ составил 106,5%. По вопросам трудоустройства обратилось 81 человек, трудоустроенные 68, в том числе 10 лиц с ограниченными возможностями. Число безработных на конец периода составило 68 человек. Создано 85 новых рабочих мест. Доля зарегистрированных безработных в численности экономически активного населения составила 0,5%. По району работают 31 социальных работников, которыми оказываются услуги 93 нуждающимся в помощи людям. Для реализации проекта «С дипломом в село» в 2020 году из средств республиканского бюджета Астраханскому району выделено 64 миллиона тенге для выдачи бюджетных кредитов 14 специалистам. Подъемные пособия получат 20 специалистов в общей сумме 6 миллионов тенге. Продолжается реализация поддержки социально уязвимых слоев населения района. Адресная социальная помощь осуществлена 259 получателям на общую сумму более 6 миллионов тенге. Единовременную социальную помощь получили 25 человек на сумму 2 миллиона тенге. Айгерим Бегенова, Марат Ахмеджанов, Амир Куйшибаев, Кукчакпарат.